Барнаул, мой Барнаул, наш Барнаул, раскинулся в центре алтайской красоты. Да, Барнаул всегда славился не только своей красотой, но и талантливыми людьми. К примеру, наши артисты регулярно становятся участниками и победителями общероссийских и мировых конкурсов, а также известных шоу-программ. Так в их числе молодой парень Евгений Трофимов. Хоть в мире много есть удивительных мест, это лучше всех и здесь. Известный на весь мир спортсмен и гордость земляков – барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков. Его упорство и сила воли не раз приводило к высоким победам вопреки всему. А эта энергичная женщина, несмотря на свой возраст, волонтер с большой буквы. Она не просто помогает паралимпийцам на чемпионатах разного уровня, тягает тяжелые инвалидные коляски, а порой в буквальном смысле носит на руках спортсменов. Я преподаю на факультете физкультуры. Вот приходит к ним, не молодая дама. Ну какое отношение? А тут приходит к ним дама, которая: ребята, а я была в Сочи, а я была на чемпионате мира, вот такая уважуха. Но еще один мотив сугубо личный. У меня двое взрослых сыновей. Когда-нибудь у моих внуков будет крутая бабушка. А песни известного барнаульского музыканта Льва Шапира исполняет Лолита, Шафутинский, Григорий Лепс и другие звезды российской эстрады. Композитор признается, что очень любит родной город и от души поздравляет его жителей с юбилеем Барнаула. Пусть предстоящий день города, говорит Лев, станет одним из лучших. Всем жителям здоровья, удачи и добра, городу, его улицам процветания. Самый лучший день. Заходил вчера. София Яценко, Александр Антропов. День с толком. Пробыл до утра.